Все началось с того момента, когда силы света и тьмы начали внешнюю войну. Великий конфликт, чей победитель получит власть над всем созданием. Целью победы воины света придерживаются определенных военных правил. Воины Серафима наносят удар противникам света, используя сабли, преисполненные правосудия и справедливости. Ангелы верят, что только абсолютная дисциплина может восстановить порядок в бесчисленных землях. В то же время воины тьмы всегда верят, что только хаос является прародителем всех вещей. Битва великого конфликта проходит через время и пространство и постоянно искажает свою действительную сущность. Из хрустального купола рая до самых ужасных закоулков ада, воины этих внешних реальностей существуют сквозь пространство. Легендарные подвиги героев приносят проникновение и благоговение. Величайший... Идущая из глубины великого конфликта в мир смертных война получила новое название. Здравствуй же, друг мой. Остановись и послушай. Ведьма Адрия – ненормальное явление в Тристроме. Она появилась через короткое время после того, как церковь была осквернена явление в Тристроме. Она появилась через короткое время после того, как церковь была осквернена явление в Тристроме. Она появилась через короткое время после того, как церковь...